русским главврачом, с русскими ребятами-помощниками. Это «Большие вести» с жителями Москвы и Московской области. Увидимся через несколько секунд. Выпуск «Вестей» продолжает новости Ставропольского края. В студии Юлия Чернова. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Мужской разговор, который закончился перестрелкой. Правоохранители продолжают поиски единственного выжившего участника конфликта на границе Ставрополья. Минимум промилле. Ставрополье в российском топе трезвости. Мамы в погонах, как успевают сохранять семейный очаг, растить детей и вычислять преступников. Ессентукский городской суд арестовал на 2 месяца 2 участников перестрелки, которые